Об этом Вениамину Кондратьеву рассказала директор предприятия Наталья Боева. В сутки там будут готовить около тонны элитных сыров. Всего же фирма сегодня уже перерабатывает до 200 тонн молока в день. Европейцы говорят, что у нас качество молока негодное, мы ничего не можем сделать. Мы все это делаем с нашего кубанского качественного молока. Калория – тот производитель, продукты которого качественные, настоящие, натуральные. Вот сегодня основная наша задача – сделать так, чтобы жители края получили возможность без слишком высокой наценки от вашей себестоимости возможность приобретать продукты фирмы «Калория». Вот над этим надо нам все вместе еще работать. В Каневском районе Вениамин Кондратьев также посетил производство газовых плит и сахарный завод. Продолжился рабочий день главы региона встречей с местными жителями.